Репрессии продолжаются. Депутата Одесского горсовета от партии «Родина» Сергея Кушнира взяли под домашний арест. Пока политик был на лечении в Закарпатье, его объявили в розыск. О том, что его ищет милиция, Сергей Кушнир узнал случайно из новостей по телевизору. Он тут же вернулся в Одессу и явился к следователю. Его, как и других активистов партии «Родина», подозревают в хулиганских действиях возле здания областной милиции в ночь на 23 октября. Значит, никаких бегах, так называемых, я не был. Не собираюсь нигде бегать. И прокуратура и следствие попросили для меня меру пресечения домашний арест. Я не возражал против домашнего ареста, потому что я себя виноватым ни в чем не считаю абсолютно. То, что там происходило возле управления УВД, я не считаю никаких митингов, никакими забастовками, ничего там. Пришли абсолютно только те люди, которым не безразлична судьба Игоря Маркова. Вся интрига заключалась в том, что никто из руководства УВД и в городских властей, и в областных властей не удосужился выйти к людям и объяснить ситуацию, что происходит с Игорем Марковым.